вчера ведущей проекта «Давай поженимся» на Первом канале исполнилось 60 лет. Лариса Гузеева не стала устраивать пышных празднеств в Москве и даже собираться с семьей за большим столом, а улетела на сам праздник за границу, где у звезды живут лучшие подруги. День рождения они провели втроем, сперва попарились в бане, а потом устроили чаепитие и застолье с пельменями. Они еще спрашивали у меня, буду ли, сибирячка, есть пельмени. Смеется Гузеева. К сожалению фанатов, ни одной своей фотографии актриса так и не показала, но рассказала, как здорово попарилась в бане. Подписчики Ларисы, конечно, не могли не вспомнить, что баня – это любимое времяпрепровождение другой скандальной звезды, Анастасии Волочковой. Балерина жить не может без парилки и веника и регулярно публикует фотодоказательства в личном блоге. Гузеева на эти высказывания в сети не отреагировала, видимо, посчитав глупостью. Хотя ведущая очень часто вступает в словесные перепалки с подписчиками, она не выносит хамства, а хейтеров безжалостно банит.